Вы, наверное, следите за моими социальными сетями, я рассказывала свою историю. Она у меня такая, я не могу уже ее рассказывать слезовыдавливательно, но она достаточно слезовыдавливательная история. Вот кто единички поставил? Ой, много сколько единичек. Я Лена, очень приятно. Меня зовут Бахтина Елена. Я по специальности врач-акушер-гинеколог, работала генетиком и думала, что вот медицина это все, вот это в этой медицине все для меня сошлось. Я всегда хотела помогать людям. И я главное думала, что я совершенно незаменимая на своем рабочем месте. Можете плюсик поставить, кто думает, что вы совершенно незаменимы на своем рабочем месте. Потому что я не была заведующим медико-генетической консультации, но я выполняла роль и исполняла обязанности заведующей медико-генетической консультации. И либо я очень молодая была, поэтому мне не давали эту, ну, как бы эту роль, но тем не менее я ее выполняла. Я не была областным генетиком, но я выполняла роль областного генетика. Вот, ну, по крайней мере, по всей этой документации. И мне казалось, что я совершенно незаменима. Если я еще не на работе, мне мои, те люди, которых я обучила двух генетиков, вот, они просто обрывали мой телефон и постоянно задавали мне вопросы. И вдруг на вот таком взлете карьеры я сделала что-то неправильно в своей жизни. Не буду сейчас говорить, что это было, но, в общем, просто так травмы не достаются. Я упала дома на свой мягкий диван, точнее на быльце этого дивана, вот, и поломала позвоночник. Это был компрессионный перелом позвоночника, и мне было чуть больше 30 лет, чуть больше 30 лет. То есть до этого перелома я ходила, бегала, эксплуатировала свое тело, делала что угодно и думала, что так будет всегда. И вот это я оступилась, это вот одно неправильное движение, у меня компрессионный перелом позвоночника. В общем, когда я очнулась, я поняла, что у меня, скорее всего, перелом позвоночника, сразу позвонила друзьям, договорилась, ну, я была в шоке, я не знала, что делать. Ну, в общем, приехали доктора, сделали мне блокаду, привезли в больничку, подтвердили компрессионный перелом позвоночника, и вердикт был такой: надо лежать 40 дней. Если будешь двигаться, если переворачиваться будешь, если будешь ходить в туалет, мы тебе не гарантируем, что ты будешь продолжать жить без боли. Если хочешь быть без боли, жить без боли, чего мы тоже тебе не гарантируем, ты просто должна лежать эти 40 дней, мне так сказали. И вот я не могу сказать, что я была какая-то тренированная, нет, я всегда люто ненавидела физическую нагрузку. Здравствуйте, здравствуйте, присоединяйтесь. Я рассказываю пока только свою историю. Всегда люто ненавидела физическую нагрузку, и в институте, в школе всегда пыталась, ой, можно чем-нибудь другим заняться, только не физической нагрузки. Допустим, пробежать для меня даже 100-метровку это сложно, а вот эти вот кроссы, это было просто вообще. Мне казалось, что я там легкие на этих кроссах оставлю. Ну, в общем, и вот такая дотренированная девочка еще попала на 40 дней в постель. И это было ужасно на самом деле. Я вот только легла, когда вернулась после больницы, легла и думаю, боже, чем же я буду заниматься все эти 40 дней? 40 дней, вот просто осознайте. Человек 40 дней, вот я видела только потолок, стены и входную дверь. Вот, благо можно было читать книги, благо уже у меня был на тот момент интернет, но мне даже нельзя было поворачиваться и даже сходить, извините, в туалет, принять душ, меня мыли и мне приносили судно прямо в кровать. Вот такая вот история у меня была. Но благо, ну там, первую неделю только болела, потом перестала болеть, вот, и я стала учиться жить в горизонтальном положении. И я думала, боже, а что будет, если я не выкарабкаюсь? А что будет, если у меня ресурс ограничен? Ну, даже страшно. Страшно было об этом думать, но я чувствовала, что у меня все движется, руки, ноги, все движется, вот, и я верила в то, что у меня все получится. Я взяла бумажку, такую вот длинную, вот, и на ней написала такую фразу: день за днем, день ото дня, дела все лучше у меня. И попросила прикрепить эту бумажку прямо вот тут, вот на эту стенку, на которую я смотрела миллион раз в день, миллион раз в день. Вот, и таким вот образом я существовала. Это нельзя называть жизнью совершенно, это было существование. Но я знала, что это когда-то закончится. Я перечитала массу книг, посмотрела... Знаете, сколько я смотрела фильм «Секрет»? Поставьте плюсик, кто когда-либо смотрел фильм «Секрет». Он так и называется. Фильм «Секрет».
Книга есть «Секрет». Вот я смотрела фильм «Секрет». Я не знаю, может быть, я 100 раз его посмотрела, может быть, я его больше раз посмотрела. Он заканчивался и начинался вновь. Он заканчивался и начинался вновь, и вновь, и вновь. Я просто жила на фоне этого фильма, потому что мне нужно было эмоционально выжить. Но не тут-то было вообще-то. Из медицины ко мне пришло 2 звоночка. Заведующий моим отделением спросила, где я и когда я буду выходить на работу. Я объяснила ситуацию. Вот, и сказала, что сначала я отлежу 40 дней, потом у меня полгода костыли и корсет, потом только через 6 месяцев мне разрешат сидеть, а до этого только ходить или стоять. Вот, вот такая вот штука. Тогда она, эта барышня замечательная, я считаю, что это ключевой человек в моей жизни, еще через пару недель перезвонила и задала тот же самый вопрос. Ты когда собираешься выходить на работу? А вот я спросила у нее, доктор ли она, вот, знает ли она, что такое компрессионный перелом позвоночника, и еще раз объяснила свою ситуацию, на что она мне сказала гениальную, вообще шедевральную фразу. «Тогда вы нам не подходите». Она сразу перешла на «вы». «Тогда вы нам не подходите». Я объяснила, тогда мне все равно, подхожу я вам или нет. Представляете? А я думала, на мне все держится, а на мне ничего не держалось. Незаменимых людей вообще нет, совершенно нет. Вижу ваши плюсики, друзья, вы меня понимаете. Но и это не самое главное. В принципе, я уже тогда знала, что мое предназначение – помогать людям перестраивать питание. Ну, в общем, я тогда не догадывалась о физической нагрузке, но, в общем, я уже занималась санпросвет работой и видела, насколько это эффективно, что, скорее всего, это мое. А в медицине мне было просто грустно, гнусно и неинтересно. Вот, ну, то есть я понимала, что я туда уже, скорее всего, ну, скорее всего, я туда не вернусь. А, потому что вот когда приходит перелом по здоровью, ты, ну, как бы все на свете переоцениваешь. Вот, и пришло время моего дня рождения. А он у меня 15 апреля, а поломала я позвоночник 8 марта. И вот 15 апреля мне нужно встать. Мне нужно встать из своей кровати. Да, да, да. А в моей комнате забыли выключить свет. Забыли выключить свет. И получается, что я вижу этот выключатель. От моего матраса до этого выключателя один человеческий шаг. И я, знаете, я же привыкла, ну, знаю, помню, как пользоваться своим телом. Я думаю, сейчас я лапкой наступлю, вот, дотянусь до выключателя, выключу и быстренько вернусь в кровать, а завтра мне уже можно будет вставать. То есть ничего страшного, что я на 6 часов раньше нарушу режим. Вот, и я так и сделала. Я спустила обе ноги с кровати, одну поставила, чтобы дотянуться до на пол, чтобы дотянуться до выключателя, и с грохотом обвалилась на пол. Потому что за 40 дней мои мышцы абсолютно атрофировались. Если руки, я что-то им брала, ела там, ну не знаю, держала книгу еще, ладно, то ноги, я замечала, что моя икроножная мышца превратилась в тряпочку, просто реально в тряпочку. И я прям, я с грохотом упала на пол, вот, и думаю, ну ладно, ну упала и упала, вот. Но я не смогла дотянуться до выключателя, то есть я не смогла принять вертикальное положение. Тогда на руках я подтянулась на свой матрас, вот, и забралась, и я все, и вот я всю ночь думала, боже, сколько же времени уйдет на реабилитацию. Но завтра было 15 апреля, мне можно было вставать. Вот, и я поняла, что я не встану, но я соскользнула со своего ложа, и на четвереньках, оказывается, можно. Не такая сильная сила притяжения, на четвереньках я добралась впервые, вот с 8 марта по 15 апреля, до ванны, и приняла, наконец, ванну, прям полежала в этой теплой воде. Это, оказывается, это огромное удовольствие, просто невероятное. И потихонечку, сначала на четвереньках, потом, ну вот, уже в более вертикальном положении. А у меня ситуация такая еще была, ну не знаю, короче, у меня не было обуви на низком каблуке вообще, от слова совсем. Поэтому мне пришлось у моей мамы попросить какую-то обувь на низком каблуке, когда я уже могла ходить, встать в эту обувь, и я добралась до первого бассейна, потому что я понимала, что мне нужно, ну, хоть что-то делать, потому что эта мышечная атрофия просто так, ну, как бы никуда не денется. Я добралась до этого бассейна, договорилась с фитнес-тренером и просто приняла участие в обычной акватренировке, акваэробика, акватренировка. И потихонечку
спячку, так за месяц, за два я полностью восстановилась. Я опять поняла, что у меня не беспокоит сила тяжести, что я могу ей противостоять, что у меня мышцы приходят в тонус и так далее. Вот, вот такая у меня была фигня, извините, по здоровью. И после этой фигни по здоровью начинаешь ценить. А каждый пройденный километр, каждый преодоленный пролет лестницы, каждый день, который ты провел в хорошей физической форме. И я тогда сказала себе: Лена, нет ничего более важного, чем твое здоровье. Потому что когда ты теряешь здоровье, ты теряешь все. Я так скажу, у меня с тех пор не осталось почти ни одного друга. Ну, почти. Один друг у меня остался с тех пор, понимаете? У меня было много друзей, но когда я стала инвалидом фактически, эти друзья, ну, я просто видела, как им неинтересно, как, ну, в общем, даже многие из них меня не навестили, честно говоря. Вот, остались и проверенные люди, такие, которые не только навещали. Боже, это Оля Чумакова, если ты меня слышишь, Оля, я тебе очень благодарна, потому что она принесла мне какие-то, в общем, она мне сделала скелетное вытяжение прямо в моей кровати. Настояла на скелетном вытяжении, и как только такие парашютные лямки мне самодельные сделали, грузик назад, грузик за ноги, это была первая ночь, которая была без боли. И это, ну, очень важно было для меня. Знаете, каждая помощь, каждый момент помощи, участия был важен. После этого перелома позвоночника я поняла, что мой брак — это фигня на постном масле, и я просто ушла, забрала с собой эпилятор и свою дочку 5-летнюю и ушла из дома. И больше я в ту семью не вернулась, я не вернулась на рабочее место, но я вернулась к себе. Вот, я специально стала вам рассказывать эту историю, я вижу ваши вопросы, миленькие. Но я обязательно отвечу на ваши вопросы тогда, когда закончу свой контент, контентную часть. Потому что я пообщалась недавно с Оксаной, вот, она говорит, такое большое количество людей вроде бы хочет заняться собой, но, Лена, лютая какая-то такая безинициативность в отношении своего здоровья, будто взяли тело на прокат, вот, и сейчас его убивает это тело, взятое на прокат. Лютая безинициативность, лень и отсутствие мотивации. Вот, я специально вам рассказала свою историю, потому что, возможно, вы через такое не проходили. Мне кажется, и я уже через такое не проходила. Я настолько все это дело, ну, как бы, знаете, ну, вытеснила, что ли, но я точно помню, что со мной это было. Вот, и появились другие люди, и появились другие отношения, и появились другое отношение к себе, и теперь я точно знаю, что я номер один. Если у меня все в порядке со здоровьем, я, ясное дело, и со всем остальным справлюсь, понимаете? Я и денег заработаю, и я буду полезна людям, и я буду полезна своей семье, и я буду, ну, в общем, что-то оставлю в этом мире. Если же человек, пройдя через какую-то фигню по здоровью, типа моей, так ничему не научился, или у вас по здоровью все намного мягче, вы знаете, у меня было все хорошо, потом обвально плохо, а у вас, возможно, просто понемножечку ухудшается ситуация, то есть мягче все это дело происходит, и вы думаете, что с вами ничего военного не происходит, но это не так. Друзья, это очень важно вовремя осознаться, потому что, ну, здоровье — это самый главный инструмент, с помощью которого мы вообще можем что-то сделать в этом мире, даже просто для себя.